Восхитительные таблетки, вот эти Фаберлик для посудомоек, мне очень понравились. Раньше мы финиш брали и соль там, и ополаскиватели туда-сюда, только все финиш и порошок для посудомойки, финиш и таблетки. И я решила вот эти попробовать. Ну, девочки говорят, хорошие, на самом деле таблетки супер. Я не знаю, от чего зависит, может, кому-то они не нравятся, может быть, это зависит еще от посудомойки. Машины. Мне очень понравились. У меня посудомойка Bosch на 12 персон. Супер таблеточки. И цена у них выгодная. Очень мне понравились. Так, масло. Второе, что я купила в 17-м каталоге. Я говорила вам, что я это куплю. Это две кружечки новогодних. Ну, себе и супругу. Сейчас я вам их покажу. А пишут, что это фарфор. Вот здесь вот они где-то пишут фарфор 350 миллилитров. В общем, кружечка 1300 тенге вышла с моей скидкой. У меня скидка 20%. И что-то они мне так понравились в каталоге. Смотрите, стекленка. Но если это фарфор, то он не белоснежный. Вот, например, как белоснежный бывает фарфор, он такой желтоватый. Посмотрите, какая мордаха. И мне показалось, что вот эта девочка, на которой фонарик. Супер, очень хорошенькая, удобная кружечка. И держать удобно в руках. Вот такая вот одна, да. Сейчас покажу вторую. Это мне. Это девочка тигрица. Но я там. Мне так кажется. Сейчас посмотрите сами. И вторая кружечка. Осторожно. Вот, видите, не зря говорю, осторожно. Шампунька упала у меня. Сейчас, мои сладкие. Вторая кружка. Тоже написано на ней лов. Мне кажется,
Ну, мне кажется, разные, да, они? Вот это вот тигр, а это тигрица. Не знаю, мне так показалось. Они отличаются вот этим моментом и все. Ну, суперские, здоровские такие новогодние какие-то кружечки. Это не скол, нет, не скол. Ну, мне кажется, конечно, если даже это фарфор, это не высшего качества фарфор, но кружки суперские. Мне понравились. Давайте-ка, мои милые, я их уберу вот так вот. Извиняюсь за шумы такие сильные подальше. Потому что я такая, вы знаете, какая. Я могу уронить и так далее. Пощелкаем. Супер. Так, мои сладкие, у меня небольшой заказ. Я взяла вот такой вот шампунь, это зимняя линейка, она каждую зиму выходит. В этом году это ботаника, шампунь и бальзам, зимняя защита с клюквой и княженикой, да. Я взяла это на подарок своей медсестре. Сама не мылась, не знаю, но такие, знаете, приятные бутылочки, аромат я нюхала, приятный, не знаю, подарю, мне кажется, неплохо, если туда еще что-нибудь добавить. Вот, взяла шампуньку и бальзамчик для волос, да. Так, пусть здесь лежат, чтобы ничего не падало. Теперь мои сладкие я купила. Две вот таких вот помадки гигиенических, да, себе. Страшно не нравится запах ее. Они пишут, что это гидра. Ну, типа увлажняющая, наверное, должно быть, да, липалм. Пишут витамин Е, масло шиа и касторовое масло. Я не знаю. Я, знаете, помазала в пятницу, в субботу, в воскресенье, сегодня понедельник. Мне почему-то показалось, что он мне, наоборот, губы подсушил. Не знаю, еще буду мазать, не буду зря наговаривать. И вот этот вот второй я не рискну себе оставлять. Я его тоже медсестре положу. Вот такая я бессовестная. Дальше, мои хорошие. Дальше будет вот декоративка, да. Давайте вот это сначала посмотрим. Это два одинаковых продукта. Это новая душ-новинка 17-го каталога. Подождите, где она? Это не то. Большая коробка должна быть. Так, где-то я перепутала. Тут вот он один артикул. 58-69 ведь надо. Я одну открою. Посмотрим. Я еще не открывала. Я видела только в каталоге. Мне она понравилась. Внешне симпатичненькая. Да? И, как вы знаете, я люблю туши Фаберлик. Вот. Открывать пока не буду. Я не люблю, когда много туши открыто. Пишут, что и удлиняет, и делает пушистыми ресницы. В общем, посмотрим. Глэмшик называется. Я люблю туши Фаберлик. Я крашусь тушами Фаберлик. Они, кстати, как новинка в 17-м каталоге. За копейки. Сейчас идут. И вот эти вот. Четыре штучки, да. Это помадки, естественно. Я что люблю? Фаберлик. Помадки люблю. Туши люблю. Еще некоторые продуктики, да, люблю. Вот эти помадки. Это разные цвета. Но из одной серии Stay True. Это жидкая матовая помада, да. Я взяла 4 тона. Они в 17-м каталоге тоже идут. Сейчас за скидкой. Это видео у меня будет маленькое, потому что вот это больше, кроме этого, у меня ничего нет в моем заказе, да. Давайте сделаем сводчики. Так, 40 871. Я
цвета на свотчах в каталоге абсолютно не соответствуют, вот когда ты покупаешь помаду. Это у меня что? 4871. Это, по-моему, называется утренняя роза. Они пахнут вкусненько. Вкусненько. У меня две таких помадки было. Одна, вернее, еще есть. Где делать вам свотчи? Утренняя роза. У меня был розовый кварц. И есть какой-то персик. Последний макияж я им красила. Супер. Эта помада, она очень красивая. Хорошо наносится. Ой, я, блин, через... Не вижу через камеру. И она дает себя разнести. И потом застывает, как бы подсыхает, да, на губах. И ты делаешь губы вот так, да. И она становится бархатной. Это просто супер. Супер. И мне лично она губы не сушит, несмотря на то, что мои губы, ну, практически, мне гигиеничка, вот, мне кажется, подсушивает губы. Не знаю. Еще что хочу сказать, мои хорошие, вот этих помадок очень много цветов в Оберлик. Если вы их будете заказывать, например, вот по 17-му сейчас каталог у нас в скидках, они вообще за копейки идут, в два раза дешевле. Вы заказываете только те тона, которые идут именно в 17-м каталоге. Вы не возьмите старый каталог, где их 30 штук, и оттуда не закажите. Потому что если которые вы помады закажете, они не соответствуют 17-му каталогу скидкам, вы будете полную цену платить. Вот я не помню вот этот цвет, как называется. Это точно помню, самый светлый, это утренняя роза. Дальше. Я сейчас возьму журнал. Подождите, тут они тоже есть, кстати. В 18-м каталоге, но здесь они уже идут без скидки. Так, где они? Есть тут они точно, я каталог смотрела. Так, придется мне его листать вам, да? Ну ничего, посидим чуть-чуть, полистаем. Я просто, когда их получила, я уже свотчи делала себе на руках, я удивилась тому, что в каталоге их название, понимаешь? И как они на руке выглядят, на и на губах. Тут что-то ароматы поперли у нас сначала в 18-м каталоге, да. Где косметика? В 17-м каталоге эти помады, они прям на первых страничках, мои сладкие. Так. Ну вот, взялась листать, да. Вот они. Вот смотрите. Там точно такой же вот сюжет, да, в 17-м каталоге. Вот моя утренняя роза. Так. 4871, да? Вот она, прикиньте. Вот она. И вот она на руке. Видите, ангару не соответствует. Поэтому надо смотреть свотч, если хотите. Ну или от фонаря покупать уже там что попадется. Так, дальше. Вот это, значит, 74-я. Так. 74-я. Это должна быть у нас какая? Так, так, так. Дымчато-розовый. Девочки, кстати, мне ее советовали. Не знаю, мне кажется, не соответствует абсолютно. Дымчато-розовая. Она мне понравилась. Красивая. Ну вот это более-менее, да, соответствует. Да, дымчато-розовая, очень красивая. Она в жизни темнее. Дальше. У меня идет 40-464. Так, 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 64.
дикая роза. Очень красивый цвет. Она яркая. Что-то я тут бомблю все подряд. Вот она, видите, 64 артикул. Ну-ка, давай фокусируйся. Вот, дикая роза. Я одной розы набрала. Дымчато розовый. Утренняя роза. Вот, дикая роза. Не знаю, кому кажется, что похоже. Мне кажется, абсолютно не похоже. Здесь розовый, здесь серый какой-то. На сводче он абсолютно другой. Так, дальше давайте нарисую вот здесь. Вот. Она очень красивая. Она яркая. Она никакая не дымчатая. Она яркая такая. В общем, помаду вот эту какую не возьми. В принципе, по названию можете брать. Она вся красивая. Я еще хотела заказать вот эту черничную, но говорят, посмотрела, она прям мертвецкая на губах. Вот она. Не знаю. Вот она, это вот это. Вот это, вот это. Ну, короче, не соответствует, они, мне кажется. И еще одна у меня. Так. 4875. Где ты? Вот кашемировая роза. Видите, какой холодный цвет. Сейчас здесь посмотрим. Вот такой цвет. Даже в тюбике, смотрите. Боже, простите меня, мои хорошие. Вот. Вот это соответствует розе. Сейчас нарисую на руке. Давай фокусируйся. Но приблизительное понятие можно иметь о том, что ты покупаешь, да, приблизительное. Вот. А если их вот так вот, смотрите, всех взять-то. Вот. Ну ладно, вот это вот еще там светленькая какая-то. И то, разве вот это светло? Разве это одно и то же? Вот она когда подсыхает. Вот она. Вы губы делаете друг об друга. Ну-ка, давай фокусируйся. Она превращается вот в такой финиш. И все. Ты можешь кушать, пить. Что хочешь делать, она остается на губах. Фокусируйся. Она очень красивый финиш имеет. Это еще не высохло, наверное, да. Вот такие оттенки. И вот так вот вам хочу их показать. Вот они, все разные. На сводчах. Все разные. В бутылках практически все одинаковые. Но помада суперская. Могу рекомендовать. Я ее обожаю. Итак, мои хорошие, это был весь мой заказ. Что-то я вам все как попало здесь поразложила. Простите меня. Давайте пощелкаю пупырку. Еще одного вам пожелаю. Спокойной ночи. Такое маленькое видео с заказом на 20 минут. Вот звучки. У меня, по-моему, первый раз. Я сейчас много не заказываю. Желаю вам, мои хорошие, спокойной ночи сегодня. Пишите комментарии, пишите, кому нравятся эти помадки. Пробовали вы их? Но я знаю, что пробовали. Но очень красиво. У них такие благородные цвета. У меня красная есть еще. Персиково-розовая, розовый кварц был. Она холодно-розовая, очень мне шла. Я еще, знаете, поняла, что эти помады на разных губах смотрятся по-разному. Не знаю почему. Один и тот же оттенок. В общем, спокойной ночи вам, мои хорошие. Пусть все-все у вас будет хорошо. Пусть у вас всегда будет хорошее настроение, мои сладкие. Я вас очень люблю. И я очень благодарна вам за ваши просмотры, за ваши лайки.
за ваши комментарии. Хочу, чтобы вам все всегда со мной было хорошо и приятно. Пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки. А я, Оксана АСМР, желаю вам сегодня спокойной ночи, мои сладенькие, мои хорошие. Пусть ангелы хранят ваш сладкий сон. Пусть все у вас будет хорошо. Спите спокойно. И пока-пока, мои красивые. Люблю вас. Пока-пока. До следующих встреч. Спокойной ночи.